все наши художники изобразили Владимира Владимировича в позитивном ключе, то есть все его ценят, любят, уважают и поддерживают. Все наши картины, некоторые из них немного необычные, они выражают только его позитивные качества. А Владимир Владимирович, он настоящий супергерой, который, он даже не супергерой, я считаю, что он суперпрезидент и суперлидер. И поэтому он и супер, поэтому у нас выставка называется «Супер Путин».